черная куртка с капюшоном, кроссовки, подошвы черного цвета, пакет правого белого цвета. Система «Автоураган» автоматически выявляет такие нарушения, как непристегнутый ремень и телефонные разговоры. Отныне номера и пути следования въехавшего в город транспорта будут храниться в базе данных около 2 лет. Разыскиваемый автомобиль, поддельный номер определяются сразу. Таким образом, упрощается розыск и расследование преступлений. Мы знаем сейчас поток машин, которые заезжают в город. Ориентировочно у нас средний получается 3-3,5 тысячи в зависимости от дня. Бывает до 2 тысяч попадает, бывает до 5 тысяч поднимается поток автомашин. Все, и учет у нас ведется полностью. За прошедшие 8 месяцев с помощью камер видеонаблюдения зафиксировано 17 тысяч нарушений, выявлено 181 преступление. Более 50 тысяч звонков поступило на номер 102. На 30 тысяч из них полицейские среагировали оперативно. Это очень важно, вот о чем мы сегодня говорили. Там Казахтелеком у нас там 1070, да, более тысячи у нас получается камер. Вот ваши бывшие камеры. Вот это все надо будет, чтобы регистрировано, да, и мы должны видеть общую картину. Понятно, где-то у нас устарела техника. Думать над этим, как ее на следующий год обновить. Очень важно, чтобы это все у нас качественно работало. Здесь вот мы видим, что уже это другое поколение. Новая система требует повышения скорости информационной сети. Кроме того, необходимо заменить старые аналоговые камеры видеонаблюдения. Стоит отметить, такая же программа используется и в столице. Сания Кубжасарова, Ухамбек Манарбекулы, Боржан Смагулов, Абайтулеген, Кокши Ахпарат.